Полицейские выясняют причину массовой драки подростков в селе Жапек-Батыр Алматинской области. Потасовка случилась в минувшую пятницу. Участвовали в ней около 100 учеников 9 и 10 классов. И, как сообщили в районном отделе образования, это дети из 5 школ. Какое наказание понесут директора за то, что не предотвратили конфликт, и что могло его спровоцировать, узнавал Дамир Анитов. Хорош! Эти кадры пугают. Ученики 9 и 10 классов решили устроить разборки в стиле 90-х. Толпа побольше, задавив численностью, обратила в бег своих оппонентов. Те, кто не успел убежать, были безжалостно избиты. Парня с видео бьют по голове 5 учеников. Насколько я знаю, 2 ученика повздорили, и каждый сказал: «Давай, тяни своих на стрелку». Одна толпа пришла 75 человек, другая около 25. Вначале договаривались драться 10 на 10, но потом остальные подключились. Я слышал от знакомых, что кричали засунуть ему петарду в рот, но они кидали рядом, и были взрывы. Массовая драка произошла здесь. По разным данным, в потасовке участвовали от 50 до 100 человек. Что именно не поделили школьники, пока неизвестно, но сельчан волнует другое. Как полицейские проморгали столь большое скопление детей в одном месте? Наши участковые вообще не работают. Могли бы проводить рейды по улицам. Они, как всегда, работают постфактум. Такую толпу сложно же не заметить. У нас и другие факты происходят, полиции нету. В том, что массовую драку не удалось предотвратить, сельчане винят и руководство школ. Директоры, в свою очередь, заявили, что драка происходила во внешкольное время. Если бы мы знали, конечно, предотвратили бы драку. С нашей школы на разборке были 13 детей, но только 2 дрались. Остальным было просто интересно, и они пошли посмотреть. Говорят, что есть несколько версий драки. Они играли в футбол и что-то не поделили. Были в доме у старшеклассников, и начался конфликт, а также 2 школьника не поделили что-то. Мы осознаем, что с нашей стороны было упущение. Одноклассники же тех, кто был на разборке, заявляют, что участники потасовки смотрели нашумевший сериал «Слово пацана». Психолог не исключает, что такие картины могут подтолкнуть к бандитской романтике. Этот сериал, как бы это, знаете, это такая маленькая капелька. На самом деле дети предоставлены сами себе. Помимо сериала, дети сейчас увлекаются очень жестокими играми, онлайн-играми. Неважно, пусть это будет сериал, может, это будет фильм, может, это будет какая-то игра, понимаете? Тут все должно быть в ограниченном количестве и доступе. К счастью, обошлось без жертв. У 2 участников потасовки незначительные травмы. Все 5 руководителей школ получат выговор или предупреждение. Об этом рассказали в районном отделе образования. А в полиции по данному конфликту завели дело по статье хулиганства. Дамир Анитов, Сергей Шуйский, Информбюро.